сколько штук? Все в комплексе. А сколько килограмм? 4, да? Ну, у нас работы начались, как только погодные условия позволили. Мы сначала провели ямочным ремонтом, литым асфальтом. Потом уже, когда асфальтовый завод заработал, проводим ямочный ремонт улиц. Значит, и в том числе и окраины, и частный сектор, и магистрали центральных дорог. У нас этот год очень напряженный по дорожному строительству, поскольку мы в этом году должны отремонтировать 15 километров дорог. Это в том числе 7,8 километра, это тротуары. У нас очень большая проблема с этим. Многие годы не уделялось этому внимания. Последние 4 года только ежегодно, и вот по каждым дорогам у нас где-то 60 на 40. Дороги 60, 40% тротуары. Но это тоже не дает нам возможности полностью решить проблемы по тротуарам. Вот. Поэтому в этом году у нас запланировано 7,2 километра дороги, 7,8 это тротуар. Что хотел бы сказать? У нас по трансфертам и субсидиям 200 миллионов. Ну, чуть поменьше, но примерно около 200 миллионов. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, 13 дорог в разной степени готовы. Есть дороги уже практически готовы, но еще не приняты. Есть замечания по ряду вопросов, вот. Но в разной степени готовность 13 дорог. Вчера я проводил совещание с генеральным директором подрядной организации, где мы обсудили каждую дорогу, определили приоритеты, определили сроки. Вот. Но у нас, кроме тех цифр, которых я назвал, это основная наша программа по дорожному ремонту, вот. Еще есть 101 миллион дополнительных средств. Мы также, это третий этап, обсудили, это уже будет после выполнения и по субсидиям, и трансфертам, каждую дорогу, там тоже тротуаров 70%. Поэтому дороги и тротуары – это для нас сейчас очень важно. Каких-то опасений серьезных нет. Вот сегодня мы присутствуем здесь Островского и Горького, и дальше у нас дорога на Юревец. Это 3 километра с лишним, значит, и тротуаров, и дорога. Мы второй слой уже закончили, второго этапа. В прошлом году мы половину сделали, 61 миллион. В этом году вот вторую часть завершили, второй слой. В прошлом году еще первый положили, как бы досрочно, в счет 2024 года. Сейчас круговое движение уже начали, приступили к работам. Ну, я считаю, что где-то в августе месяце мы Юревецкую завершим. Насколько это вообще важно, необходимо? Вот это очень круговое. Важно, потому что это транзит. Транзит и на Юревец, и дальше. Вот, Островского, Горького, Юревецкая. Вот. Они в целом, мы стыковали все эти дороги, чтобы они были как бы продолжением каждой дороги следующей, чтобы все и переходы пешеходные, и освещение, и многие другие инфраструктуры, остановки, чтобы учесть в целом вот по этому транзиту. Потому что он очень важен, и поэтому содержать транзит в нормальном, хорошем состоянии – это первоочередная задача наша вместе с департаментом дорожного хозяйства. Я хотел сегодня бы сказать о том, что мы с департаментом дорожного хозяйства, особенно в этом году, очень плотно работали. Я, наверное, раз 5-6 был у начальника департамента, вот, Уренчук, где мы обсудили самые острые вопросы, которые нас беспокоили вот многие годы предыдущего плана работ по дорогам. И нашли понимание. Это очень важно, и мы сейчас вот эту всю программу дополнительных финансирования как бы решаем вопрос уже реально. К
Благодаря национальному проекту, который у нас начался с 2019 года, в региональном бюджете высвободились значительные денежные средства. По сравнению с 2020 годом финансирование муниципалитетов увеличилось в 2,5 раза. Например, в 2024 году мы планируем отремонтировать в муниципалитетах и отремонтируем 102 километра. Контракты уже все проторгованы, работы практически по всем объектам идут полным ходом. Что касается Кинешми, Кинешми из регионального бюджета было выделено на ремонт улицы Юрьевецкой протяженностью 7,2 километра дорог. Также 7,8 километров тротуаров будет отремонтировано за счет регионального бюджета. Важно, что это работы такие, ну, комплексный такой подход, работы на несколько лет, в том числе рассчитанные, что параллельно у нас разномочек сейчас тоже, ну, такой подход не случайно. Ну, соответственно, программа субсидирования, она разработана от количества жителей. Конечно, например, Кинешма, количество жителей очень значительное, и, соответственно, средства выделяются больше, чем на другие муниципалитеты. Такое есть. А, и про Юрьевецкую тоже подробнее, что важное значение имеет, что это транзитная трасса, да, вот про это вот еще, наверное, да? Улица Юрьевецкая является транзитной трассой. Это трасса от Кинешмы до Юрьевца и до Пучежа в том числе. Вот. Это важная трасса. На данном участке сейчас проводятся работы по ее ремонту. Самое главное и самое ценное, то, что мы считаем, что в рамках этих ремонтных работ проводится работа по безопасности дорожного движения. Это кольцевые развязки, это островки, это искусственные дорожные неровности. Людей наших надо беречь, пешеходов. В этом месте вот кольцо особенно оправдано, да, вот как раз вот там вот в районе. Да, оно упорядочивает движение, более успокаивает его, и водители на перекрестке не теряются, и самое главное, не происходит столкновений лобовых.